Бывают такие моменты, когда гость уже готов сделать свой выбор, но приходится прождать 10 минут, пока он определится. Довольно частенько. Но чтобы полдня не простоять у столика, предложи несколько блюд, а лучше вкусно опиши их. Но даже если это не помогает, как по мне, то лучше симпровизировать. Напиши приятные слова на чеке, либо назови их по имени. Ну как же я узнаю? Это довольно просто, их пишут на банковской карточке. Точно, это бинго!